открытие фестиваля, потому что там будет хоры, я очень люблю хоры, их много, будет целых 100 человек на сцене. А я пойду на спектакль посвящения, потому что я там играю. Вот. Ну и потому что это крутой спектакль. Вот. И еще я пойду на спектакль «Одиссея». А спектакль «Одиссея» — это просто самый классный спектакль, который можно посмотреть в танцевальном жанре. И его просто нельзя. Вот так.